Работа с нерадивыми налогоплательщиками продолжается. К сожалению, их не становится меньше. В последние годы предпринимателям приходится непросто. Пандемия, а затем общая экономическая ситуация в мире повлияла на все сферы бизнеса. Однако это не может быть оправданием для неуплаты налогов. Мы сегодня приглашали заложников с суммой задолженности 360 миллионов рублей. И кроме того, НДС и страховые взносы еще на 45 миллионов. До сегодняшнего заседания комиссии было погашено чуть более 85 миллионов рублей. Либо погашено, либо урегулировано. Это почти 24%. Кроме того, большая часть приглашенных не явилась на совещание. Из 27 человек с объяснением причин задолженности пришли лишь 7. Мы подготовительную работу к этому совещанию проводим, я уже неоднократно говорила. 2 недели. Сначала налоговая выискивает, кого пригласить. Потом мы начинаем писать письма, тратить бумагу, тратить время. Глава подписывает, да, и так далее. Мы обзваниваем, чтобы пришли. И результат не очень хороший. Среди должников многие вызываются не в первый раз. Один из них объяснил свои долги незавершенным судебным процессом. По-видимому, у нас есть расхождение. Так сказать, идет судебный процесс по поводу размера этой пени. Соответственно, вот он сейчас в первой инстанции. Как только он будет, ту сумму, которую нам присудит суд, так сказать, мы ее тут же оплатим. По работе с нерадивыми налогоплательщиками отчитались начальники теруправлений. Каждый из должников обязан находиться под пристальным контролем представителей власти, считает комиссия. Только тогда работа будет продвигаться действительно эффективно. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».